Проблемы легкой промышленности Павел Коньков обсудил с руководителями крупных текстильных предприятий региона. За 9 месяцев текущего года объем отгруженной продукции составил более 16 миллиардов рублей. Темпы роста более 90%. Возрост выпуск готовой продукции – шерстяной, хлопчатобумажной, синтетической. Оборот текстильного и швейного производства составил более 22 миллиардов рублей. Тем не менее, отрасль сейчас переживает не лучшие времена. Виной тому общий спад продаж на рынке. Павел Коньков отметил, что у текстильщиков есть пара застарелых проблем. Ситуация сложная. Правительство будет заниматься Ивановской области и помогать. Но вообще я вижу скорее, с учетом наших планов по развитию синтетики, перспективы радостные, чем грустные. Первая проблема связана с недобросовестной конкуренцией. Зачастую под видом ивановской качественной продукции из хлопка продают полиэстер. От этого региональный бизнес несколько лет терпит убытки. В магазинах должны тщательнее относиться к выбору продаваемых товаров, либо вводить добровольную сертификацию, которая бы подтверждала качество, или налаживать контроль. Потребителя обманывать нельзя. Вторая проблема, с которой сталкиваются ивановские текстильщики, связана с таможней. По статистике, сырье производители предпочитают растамаживать в других регионах. Там цены ниже примерно на 20%. Это проблема занижения стоимости, когда товар завозится по цене ниже той, по которой был продан. Соответственно, уменьшаются платежи НДС, уменьшаются пошлины. И этот недобросовестный импортер получает перед производством внутри России получает серьезные конкурентные преимущества. Этого не должно быть. С учетом перехода на систему электронного декларирования эта проблема становится решаемой. Предлагается сделать Ивановскую таможню местом, где собирается вся информация по ценам, по которым товары импортирует Россия. Павел Коньков считает проблему решаемой на 80%. Договоренности с таможней, по оптимистичным прогнозам, должны быть достигнуты в течение полугода. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.